Приветствую вас, мои дорогие, на канале Про Бьюти КЗ. Сегодня я хочу вам показать три точки, стимулируя которые вы сможете полностью расслабиться, снять стресс и снять напряжение. Давайте искать эти точки. Первая точка находится у нас вот здесь. Как ее найти? Вот наша грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Она осуществляет поворот головы. Вот грудина, ключица. Здесь она крепится и уходит к сосцевидному отростку. Он находится за ухом. Найдите такой бугорок. Сосцевидный отросток. Огибая череп, пройдите пару сантиметров и упретесь вот в такую ямочку. Аккуратно положите на большой палец, на эту точку, вашу голову. И мягко прорабатывайте. Если больно, то сильно не крутите. Просто держите. Если вы ничего особенного не чувствуете, начинайте мягкую проработку. Мягко, мягко. Вторая точка. Мы руками нашими взаимодействуем с миром. И через наши руки проходит очень большое количество энергии. Негативной или позитивной, но тем не менее она застаивается и копится. Есть одна точка, которая позволит эту энергию освободить. Для этого нам нужно одну руку расслабить и положить ее на изгиб второй. И найти точку вот эту, вот здесь. Найдите мышцу лучевой кости. Вот здесь эта точка. Поставьте расслабленную руку. И другой рукой, большим пальцем, найдите эту точку. С одной из сторон, скорее всего, будет больнее немножко. Довольно глубоко, как видите, я захожу вот сюда. Болезненно. С другой стороны делаем. Рука должна быть расслаблена, имейте это в виду. Ох, здесь... Ой-ой-ой. С левой стороны мне прямо так прилично больно. Не бойтесь, проминайте, но до фанатизма не доводите. По минутке с каждой стороны. И вы в руках почувствуете легкость. Вам может отдавать в плечо и в затылок. Головная боль небольшая. Не увлекайтесь, но делайте. Через боль вы придете к расслаблению. И третья точка, которая позволит полностью разгрузить нашу голову. Она бывает иногда такая пухлая, тяжелая, напряженная. Как ее найти? От нашего уха отступаете 1 сантиметр. И по линии брови проходите вот так вот параллельно. Вот у нас на точке пересечения эта точка. Находите аналогично с другой стороны. И прорабатывайте. У вас может быть странное ощущение в ушах. Это нормально. Вот так прорабатывайте. Обязательно напишите в комментариях, какие у вас ощущения после проработки этих трех точек. Мне очень интересно будет почитать. Дорогие мои, у меня есть к вам большая просьба. Подпишитесь, пожалуйста, ко мне в Телеграм, потому что неизвестно, что будет завтра. Я только начал развивать Телеграм, но тем не менее, у меня там уже очень много интересных публикаций. Спасибо большое за то, что досмотрели этот ролик до конца. И еще я хочу выразить огромную благодарность каналу Про Бьюти КЗ за то, что вы публикуете мои видеоуроки. Спасибо вам. До новых встреч.